В мэрии прошло очередное рабочее совещание с руководителями структурных подразделений администрации и представителями коммунального комплекса. Вел планерку глава Армавира Андрей Харченко. Чиновники отчитались о выполненных поручениях, глава города поставил новые задачи. Центральной темой обсуждения стали вопросы увеличения заработной платы на городских предприятиях и в учреждениях. Нередко горожане получают в кассе одну сумму, а по финансовым ведомостям и отчетности проходят меньшие деньги. Вследствие такого положения дел городская казна ежегодно недополучает миллионы налоговых поступлений. Городоначальник поручил продолжить работу по увеличению доходной части бюджета и при этом отметил наличие положительной динамики. На рабочем совещании шла речь о борьбе с незаконной рекламой, которая периодически появляется на улицах. Десятки подобных конструкций уже демонтированы. Участники планерки обсудили и то, насколько объекты ЖКХ «Армавира» готовы к работе в предстоящий отопительный период. Рассмотрели темы, связанные с обеспечением общественной безопасности и правопорядка, и в целом перспективы развития города.